Здорово, товарищи! Добро пожаловать на ТВ Джем. Сегодня будем делать салат из тыквы. Снимаем, значит, семечки. Чистим нашу тыкву. Аккуратно, остренький хороший нож, потому что тыква жесткая. Потом возьмем эту штучку, которая бреет овощи. Значит, смысл снять с тыквы кожу. И видите, это такого бледного цвета. Тоже снимайте. Чтобы вам остался такой хорошенький, яркий цвет тыквы. Сейчас нам надо порезать тыкву соломкой. Нам нужны такие куски, которые примерно где-то 5-6 мм с одной и другой стороны. Сейчас возьмем одну кастрюлю. У эту кастрюлю, значит, добавим нашу резаную тыкву. Обязательно все посолим. Добавьте чуть-чуть лимонового сока. Залейте немного тыквенного масла. Все это сейчас зальем кипятком. И отправим на плиту на 3-5 минут, чтобы нам тыква осталась хрустящей. Снимаем это все, пока у нас тыква хрустяша. И сразу ей надо прохладать через холодную воду. Тыкву ставим в одну миску. Можно добавим немного чабреца или тимьяна. Много не надо. Сразу, значит, посолите крупной морской соли и сразу это поперчите. Можно добавить еще немного лимона. Всегда, когда чистите тыкву, вам остаются семечки. Можно их просто запечь в духовке, потом почистить. Можно купить так почищенные. Сейчас мы это ставим на сковородку, на тыквенное масло. Обжарим их так слегка, примерно одну минутку. Добавим немного тыквенного масла. Когда я ходил на футбол, на баскетбол, у нас там ходили, продавали семечки, они были такие солененькие, поэтому я обязательно сейчас чуть-чуть посолим. Убираем, значит, тыквенное масло, семечки, наливаем сюда. Все это хорошо смешиваем. Остается все это выложить в холодильник, чтобы постояло где-то примерно 20 минут 30. С вами был Серж, ТВ Джем. Спасибо. До свидания.